Всех приветствую. Как обещал в предыдущей распаковочке, тест вот таких вот приблуд спреев для лимона, лимонных спреев. Короче, так сказать, будем смотреть, как они действуют, нет, есть ли смысл их покупать и тому подобное. Значит, честно скажу, уже один пробовал, но на половинке лимона. Как бы, ну, эффект есть, но течет с него все за счет вот этого сверла, всю внутренность там разминает. Ну, короче, заготовил я лимон небольшой такой, подпорченный немножко. Других у нас лимонов сейчас нету, кризис. Значит, как я уже говорил, одна штучка идет для лайма, это маленькая, и вторая идет для лимона побольше, да, вот так вот у них отличаются они. И также идет блюдечко такое, которое можно будет потом лимон поставить. Сейчас мы посмотрим. Ну и, собственно, давайте не будем тянуть кота, возьмем лимон. Так, где его лучше отрезать, наверное, то есть, ну, для того, чтобы удобно вкручивать эту приблуду, мы немного, совсем чуть-чуть так срежем шкурку, я бы даже сказал, еще можно чуть-чуть, может и не надо, дабы не переборщить. Так что, наверное, я и так переборщил, ну ладно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Значит, возьмем тарелочку. И над тарелочкой, чтобы не замочить стол, начинаем вкручивать данный девайс. Такой звук интересный. Чавканье. Ну вот, собственно, мы вкрутили данную вещь. Лимон, получилась такая лимонка, можно сказать. Ну и вот подставочка. То есть вот так красиво все это дело выглядит. Но собрались-то мы, собственно, не за этим, а затестить, какова же функциональность данного спрея. Ну и вот, собственно, снимаем колпачок. И давайте попробуем тарелочку. Видно, да? И все. Собственно, поначалу пошел сок. Мокренький. Кисло. И на этом чего-то закончилось. Ну, я думаю, стоит еще взять лимончик, так пожмакать немного. И попробовать еще раз. Все, сок пошел. То есть, как бы заправить салатик лимончиком. Мы, например, кушаем салаты с лимоном, без всяких уксусов. То, в принципе, вполне такая интересная штука. В принципе, рекомендовать или не рекомендовать я не буду. Как бы, ну, мне нравится. То есть, когда сок заканчивается, достаточно лишь пожать лимон. Я думаю, будет слышно, как он чавкает. Вот, и, пожалуйста, пшикаем. Дальше все это дело аккуратненько закрываем. Здесь плотная силиконовая прокладочка. Ставим на подставочку, и лимон дальше ждет своей участи. То есть не высохнет там ничего. И все красиво. Также делать с лаймом можно. Но лайма у меня нету. Жаба меня задавила лайм покупать. Я думаю, в принципе, тот же будет.
Так что вот так вот сок мы получили. Видно, да? Желтенький такой. Кислый-кислый. Ну, собственно, все. Смотрите, ставьте свои лайки, дизлайки. Кому нравится, кому не нравится. Ну, такая вот чудная штучка. Стоит недорого. Ссылочку под видео оставлю. Ну, все. До скорых встреч. Пока.